Всем привет, с вами Ульки. И продолжаем добивать, собственно, второстепенные задания. Каждый раз отвлекаюсь на них, и опять у меня не тот строй стоит. Отправьте меня в страну чудес. По соседству больше пострадавших, чем раньше, сэр. Начальник, вы не видели недавно тут эти предметы? Ну, видел, конечно. Но другого цвета. Этот предмет был на черном рынке недавно. Если увидишь, пожалуйста, сообщи. Возвращаюсь к обязанностям, сэр. Давай, вали, работай. Такие необычные блюда для первого раза. Потрясающе. Папа, купи мне завтра игрушку. Конечно, я обещаю, завтра. Что-то произошло, я должен быть в другом месте. Иди вперед. Не будь слишком строг к себе. Пока, папа. Ну что, Нигер? Иди сюда. Куда ты пошел? Главное, пригласил меня в парк и свалил. А как же экскурсия, сопровождение? Давай, что расскажешь? Извините за ожидание. Вот. Готов к стране чудес? Да, точно. Очень тяжело достать это. Но, в принципе, тут другого варианта нету. Вот, это зеленый билет, который ты так долго искал. Если нужно еще, возвращайся сюда. Угу. Странно, чудес. Ну, отпусти. Бать. Ребята, вы что, вас что так накрыло-то? На людей нападаете. Ну, хорош, ты-то нахрена это сожрала? Сука, ослепительный зеленый цвет. Здравствуйте. Это было крайне неожиданно. И немножко странно. Вот, кстати, за плитис. Тут реально проще проходить. Потому что зашел, сразу кинул и по херам абсолютно. Вообще, мне интересно, где находится сундук. Тут, сука, самые опасные животные. Все остальные это так. На один зуб. А, что-то новое. Я так понимаю, мы тупо друг друга пиздим, да? Ладно, не столь важно. Так, наверху открыли, спасибо. Только толку мне от этого тут нет ничего. Может быть, тут что-то есть внутри. Я сильно сомневаюсь. Ладно. Поехали вниз, как нам предлагают. Ух ты, здравствуй. Контроль температуры очень важен, чтобы делать чистые билеты. Почти готово. Посмотрим. Да. Оно. Это настоящая страна чудес. Бля, чувак. Ты не знаешь правил. Как бы свои не употребляют. Ты тот гость. Я продаю по 5000 золотых, если тебе нужны еще билеты. Да я даже не знаю. Давай купим. Отличная идея, возьмите. Спасибо. Ебать, меня вообще вырубило. И то же самое, что ли, проходить. Неприятно, ладно. Я еще один разок сбегал туда, посмотрел, там был проход, но там точно ничего нету. Ладно, вы арестованы. Не говори мне, ты один из них, ра? Ну куда ты съёбываешься, чувак? Ты же понимаешь, что ты не уйдешь от меня. Может, и уйдет, хуй знает. Я сильно в этом сомневаюсь. Угу. Куда ты делся? Далеко бежал. Что за упрямый осёл? Разве ты не устал от этого? Я не дам всему разрушиться из-за идиота, как ты. Пошли. Готов. Не бей папу. Милый, что происходит? Все в порядке? Да ладно, о чем ты? О чем ты говоришь? Не может быть, что мой муж был способен на такое. Но попробуй сама. Это ты не... Что? Папа, что это? Что это? Что ты делал все это время? Мне очень жаль. Мне не хватило смелости сказать тебе. Я занимал деньги у ростовщиков. Я задолжал за аренду. За мной гоняются акулы. Я боялся, что мы кончим, как беженцы, и... И все. Это все моя вина. Мне жаль. Ладно, спасибо большое. Это пустяк, но, пожалуйста, примите знак благодарности. Ага. Буду следить, чтобы этого больше не повторилось. Ты
идиот. Зашибись. Я даже твои руки, если ты сделаешь это сейчас. У меня последняя сцена просто по кайфу. Такая, знаете, лайтовая. Ладно, забираем сундук. Что у нас там в наградах? Немножко опыта, серьга, щит. Короче, ни о чем. У нас остается всего лишь несколько заданий, и, собственно, будем проходить их позднее. А на этом всем пока.